Всем здравствуйте! Уже 23 декабря исполнится полгода, как не стало кумира миллионов Юрия Шатунова. Предполагают, что у певца была неблагоприятная наследственность. Его мать, Вера Шатунова, умерла в 29 лет из-за острой сердечной недостаточности. Отец мальчиком не занимался, поэтому в 11 лет Юра стал сиротой, не получив никакого наследства от родителей. Зато своей семье Юрий смог заработать на обеспеченную жизнь. Наследство Шатунова оценивают в 500 миллионов рублей, и все оно перейдет семье в равных долях, так как певец не оставил завещания. У Шатунова осталась однокомнатная квартира в столице, которая появилась у певца после детского дома. Вторая квартира певца находится в центре Сочи. Ее стоимость примерно 15 миллионов рублей. Также у певца в Сочи остался двухэтажный коттедж с бассейном. Однако в нем певец не жил, а во время отдыха с семьей останавливался в гостинице. Такой дом стоит примерно 25 миллионов рублей. Вся семья Юрия Шатунова жила в Германии. Именно там певец познакомился со своей женой. Известно, что у Шатунова в Германии остался особняк. Его певец купил на отсуженную у Андрея Разина сумму денег. Также у певца остались сбережения. Речь идет о гонорарах за выступления на частных мероприятиях в России, а также доходе на гастролях. Еще семья певца получит авторские отчисления за исполнение песен Шатунова. Сейчас Светлана Шатунова совсем не думает о каких-то материальных ценностях. Ей очень непросто далась утрата супруга. Сейчас слабостью Светланы пытается воспользоваться Андрей Разин. Он то и дело выдвигает свои требования относительно наследия Юрия. Будем надеяться, что Светлана стойко и мужественно перенесет навалившиеся удары судьбы. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!